Саран-саран, с вами Ариран, мультиреакция, смотрим с вами новинки кей-поп. И сегодня, опять же, не только кей-поп, я читаю ваши сообщения, которые вы мне присылаете по донату. Заявочка от Оксаны первая будет. Привет, Ари, приветик. В этом клипе он, с большой буквы, такой неожиданно крутой и харизматичный, а так играет своим голосом, открыла его с другой стороны, и это... Диваш, be with me, вот так. Ну а рэп его исполнении, там жара-жаришка, огонь огненный. И чего я, в общем-то, когда добавляла в эту реакцию Димаш с твоей заявочкой, Оксанчик, обратила внимание, что клип-то вышел еще когда, песня, по крайней мере. И я такая, мамочки мои дорогие, может мне кто-то из ребят писал, предлагал посмотреть, да я пропустила, что как это произошло, я не поняла. Потому что вот смотрите, смотрите. Тоже посмотрю. 30 апреля 2021 года. Мама моя дорогая, больше года прошло. Обалдеть. Я готова посмотреть. Дима. Во, идет, идет. А, тут у нас клубешник. Прикольно. А подошел такой, я не понял, что такое. Шнырк, и он уже внутри. А, мне уже очень нравится. Я его не помню в таком каком-то немножечко юмористичном. Ну и, конечно же, как всегда, в обольстительном амплуа, образе. Амплуа — это что-то другое, забудьте. А, класс! Ох, блин, правда. Очень круто, очень круто. Как он сбежал. А девочка такая, а что происходит? Так и должно быть. Такая, спасите, помогите. Кажется, он более яркая звезда, чем я здесь. Да, крошка, в этой истории, видимо, да. А, она от него сбегает, а он за ней. А, смотрите, как у Майкла Джексона, да, звучание? Опять же, мы с вами только маленький кусочек песни посмотрели, а он уже здесь столько раз сменил манеру вокала своего. А чё такое? Чего она от него? Ну, меня догонит точно. Посмотрите, там, чуть ли не на печку такой. Что смотрите? Класс. Класс, красавчик. Такой наглец просто. О. Слушайте, актеры обалденно отыгрывают тоже. Прям чувствуется такое напряжение. Сейчас у нас будет боевик. Нет. Ух ты! Ух ты! Гляньте! Как я могла раньше не посмотреть этот клип? Вот он у меня теперь любимый. Из всех клипов, которые я видела у Димаша. Потому что тут кино целое. Эч. Видели мордаху, мордаху. Хорош, ну просто. Песня такая разнообразная. Прям тут вообще такая тема шепотом пошла. И у него до сих пор присутствует вот эта какая-то юмористичность, да? Ну все, типа, не сбежать тебе от моих цветов. Я такая, ну ладно. Это где-то в каком-то отеле, видимо, снималось, да? В крутом отеле. Но тут он такой, как принц из сказки. Валим, валим. Ух ты, охранник какой. Сразу хватит. Ну и они же, конечно же, бегут сухие, да? Вот на память. Такие, короче, типа авантюристы. А тачка крутая какая. Я тут не сильно шарю, но мне не надо для того, чтобы понимать, что это очень фешенебель, да? Ёлочки такие красивые, класс. А, и они в горы сбежали, значит. Или за облака, вот так.
такие, о, прикольное продолжение. А где продолжение? Я хочу еще. Это прям целое-целое кино получилось, да? Так, ну, наверное, сначала скажу за вокал Димаша, потому что, о, нет, ну мы все прекрасно знали, что Димаш может, сколько у меня реакций выходило, сколько мы с вами смотрели, но для меня все равно осталось неожиданностью то, как он скомпоновал абсолютно разные манеры. Тут и оперный, да, такой академический вокал, тут и нашептывания такие сейчас, знаете, типа АСМР, все такое ненавязчивое, все такое, и приятные мягкие тембры, и низкие, и рэпчик, хип-хопчик, да это вообще, вот, поэтому везде, просто показал, что я могу по-всякому, и везде я классный, да. Что касается видеоряда, присутствовало у меня такое ощущение, что Димаш, его персонаж здесь в этом клипе, ну, в себя был влюблен немножечко больше, чем в девочку. Это отрисовывалось, наверное, хотя бы в его самоуверенности. Это было частью образа, это было очень уместно, и он отлично справился во всем. Все вот эти маленькие моментики, где он мимо охраны, сначала он на них так смотрит, а потом так прикольно это все разворачивается, а потом, где он стакан берет, там, где он на кухне пьет, там, где он еще что-то, короче. Он везде классный. Девочка, не сразу я поняла, что там у нее на уме, когда она стояла на сцене, присутствовало такое ощущение, что, ну, как-то она по игре актерской чуть-чуть до Димашева не дотягивает, можно было бы получше, но потом я вкурила, это как раз была нужна была, ой, ну, чтобы это как раз-таки та самая была эмоция, когда она такая, типа, и текать. Поэтому все оки-доки. Я обычно очень критично отношусь к подобным локациям для съемок клипа, потому что они мне иногда кажутся вычурными, и зачастую на них делается ставка в ущерб хорошей операторской работе. Здесь было прекрасно все снято, вот прям шикарно, и, естественно, вся эта богемность всего этого места, начиная от ночного клуба, заканчивая горами, ладно, заканчивая, что там, бассейном, да, оно соответствовало происходящему как раз-таки тому размаху, который был задуман. Актеры другие, которые там присутствовали, все эти верзилы, люди просто отдыхающие в клубе, да, те же дамочки, которые стояли на сцене, все было вот прям кино посмотрела. И опять же, как я сказала, наверное, это мой один из любимых клипов у Димаша, потому что я прям взахлеб его смотрела. Песня разнообразная. Я у него слышала и другие песни, и его, и те, которые он просто исполнял. В некоторых моментах у меня, конечно же, захлеб был больше. Но, наверное, это можно сделать скидку еще на то, что первые впечатления, они самые такие. Тут-то мы были готовы, мы знали. Мы себя подготавливали к этому, все дела. Вот. Но все равно она мне очень понравилась своей разнообразностью. А вот видеоряд меня прям купил. И актерская игра купила на все 100. Прям хлопаю. Пишите мне, как вам. Оксанчик, спасибо тебе большое. И мы переходим к заявочке от Валентинки. Валентинка, хотела поделиться клипом, приуроченным к рекламе выставки Экспо 2030 в Пусане. Вот так, кто это? Круп Экспо. Так называется, презент. Я чуть-чуть подвисла, извините, я уже сохраняла, когда себе ссылочку. Поняла, что это у нас будет что-то коротенькое, всего 2.35, поэтому давайте, в общем-то, не тянуть, а посмотрим. Тут должно быть что-то, мне кажется, такое. Ну, типа город, панорамы я имела в виду. Я думала, вы сразу поймете. Кто не понял? Все поняли, да? Смотрим. Экспо. Презент. Смотрите, я когда-то сериал смотрела, похоже, там в небе что-то двигалось. Ой, прям красиво так снято. Ну, короче, я уже поняла, тема у нас тут какая-то такая стильненькая будет. А, Экспо. По, я поняла, это просто игра, наверное, такая. Ну, естественно, я не могу понять, кто девочки тут у нас. Или это, может, это и есть группа вот этой Экспо, не? Короче, все, проехали. Ух ты, блин, как красиво, да? Я чуть тормоз. Красивое метро, красивое свечение. А, нет, тут мальчик у нас. Классный.
Прикольный он. Хорошенький, класс. Ну, девочки тут прям красоточки-красоточки. И такие в разном, да, стиле? Ну там что-то надвигается. Очень современное, очень стильное звучание и, конечно же, прикольно. Какой интересный у него голос. Так, ну это тема 2000-х у нас. Вот это хук песни. Классный в припеве. А, там эта надпись летит. Ой, думала, выключилась камера. А, она мигает, села. Ну, бывает. Что там? А, там кто-то полетел. Как красиво, да, сделали в таких пастельных модных тонах тоже. Это X. И дороги. А, подождите, это же это, игры в кальмара. Чик-пик. Закончилось внезапно. Ну, блин, тут, слушайте, одновременно умудрились... Ой, сейчас точно выключится камера, чё? Поменяла батарейку, могу болтать, сколько влезет. Шучу, я постараюсь быть краткой. Классно, очень прикольно. Сделали, с одной стороны, акцент на городе в масштабе, да, со взглядом этого, как он называется, птичьего полета. С другой стороны, сделали такие акценты на прогрессивность, на архитектуру такую современную, на какую-то фэнтезийность, что ли, да, если взять это метро, я думаю, что его туда же мы, наверное, куда-то, да, к плюсам технологическим отправим Пусана в данном случае. Понравились артисты? Не знаю, не узнала никого. По-любому кого-то мы смотрели, возможно, я не уверена, но, наверное, впечатлили меня мальчишки тем, что у первого был такой ас, который подлиннее волосы, освежающий такой какой-то образ, вот он как будто бы сам из себя представлял какое-то движение, особенно когда шел, и вокруг него машины, это, наверное, к машиностроению туда у нас относится. И потом парень, который работал за компьютером, он когда начал хип-хопчик читать, я такая, ага, рэпер, понятно, с какой-то своей фишкой в голосе. А когда он запел, я подумала, да нет, блин, он еще и вокалист опупенный. И эта фишка в голосе присутствовала и в вокале, и вокал мне еще больше понравился, чем хип-хопчик, рэпчик. Вот, я прям оценила, оба хорошие. Потом девчонки, обе разные тоже. Одна прям такая немножечко обольстительная, другая освежающая, вместе с тем, как будто бы объединяла в себе простоту и элегантность. Поэтому, мне кажется, тоже и девчонок, и мальчишек подобрали разнообразных, и все это получилось креативно, ярко, мне понравилось. И что касается песни, я уже с самого начала сказала, она очень стильная и очень современная, и как будто бы, да, ну вот, типа, вы успеваете поспевать, это вам не какое-то скучное мероприятие, приуроченное там городу, да, или еще что-то. А это нифига себе, и еще вот как бы мы задаем тон, мы задаем, а вот это вот такое, вот такие вайбы я ощутила. Так, спасибо еще раз, мне кажется, прям достойно лайка. Сама композиция. Лайк мы ставим Валентинке прежде всего за такую рекомендацию, неожиданную, на мой взгляд, но которая возымела в моем сердечке вот то самое чувство, возымела или что оно сделало. Ладно. И мы переходим к следующим заявочкам. Сразу две пришло на один и тот же клип. Прочитаю. Мария, ты написала. Твайс с японским релизом. Вот это спали. Все, больше ты ничего не... Все, у меня сердечко получилось не такое. Вот такое надо. Вот, и вот так коротко и понятно, и емко все объяснила нам Твайс с японским релизом. И Валентинка чуть-чуть больше написала, пишешь, Аречка, у девочек Твайс вышел японский релиз. Клип довольно типично кей-поповский, но все они такие красотки, что просто не смогла не отправить донатик. Вот так называется, Celebrate. И я видела тизер, вставляла его в новости. Девочки твои с красоточки, образы, все дела, в принципе, ожидаемо, но я жду каких-нибудь удивлений девчонкам.
спонсором этого просмотра. Спасибо за заявочки. Поехали. Ух ты, тут она так свет включила. А куда она пропала там? Чик. Ой, правда, этот яркий бантик ей такой сделали. Чик. О. Ноги длиннючие нам сразу в кадр. Класс! Сержпеги. А, я так рада ее видеть. Ой, такая хорошенькая, класс. Ух. Да, такой твой сатовский клипчик. Прям когда типа смотришь и любуешься. Ой, знакомое такое движение, вот это с прыжочечками было. Ой, они тут немножечко как будто бы по-другому уже, по-другому случаю приоделись. Ой, прикольно. В коряге. Опять вот это, да, такая тема девчачек посидела. Мило. Я весь клип проулыбалась, да? А как тут по-другому? О, ну тут они прям совсем вечерние. Но это еще одна идеальная такая работа во всем, в образах. Посмотрите, как снимают классно. Прям каждая волосинка, реснички. А, и ладошечки. Проставлены сцены очень хорошо с каждой девочкой. У каждой своя изюминка, каждую хорошо подчеркнули. Каждая просто прям как с картинки. Красиво вот это в лодке. Очень красиво. Это ж не надо. Коробки в таких цветах как будто бы немножечко вот прям такое рождественское настроение. Еще и вам, простите. На нем тоже милашечка. О, бриллиантик. Класс, класс, класс. Я так рада видеть ее в этом камбэке. Хороша. Класс. Умничка. И волшебство, и легкость. Ой, ой, так и закончился, прям вот как будто бы мне хотелось вот этого эха, этого удаляющегося кадра чуть-чуть побольше. Ну блин, вот это еще одна работа, характеризующая девочек Twice, мне кажется, прям в полной мере. Twice в моих глазах это не просто группа зачастую со сладким или гламурным концептом и высоким качеством съемки. Это работы, которые вот в этом концепте выверены на каждую вот... И дело в том, что глядя на что-то такое легкое, воздушное, мы расслабляемся, смотрим на одном дыхании, и очень сложно себе представить, просто остановите себя на этой мысли, сколько работы было проделано для того, чтобы скомпоновать все эти кусочки идеальные, то есть сколько нужно отснять материала, сколько нужно продумать всяких разных прикольных моментиков для того, чтобы девочки там на фоне каких-то фигур, тех же коробок или какие-то там у Наён были эти, как они, а, неважно, потеряла мысль, ну и такое бывает. Вот, поэтому работа проделана огромнейшая, как съемочной группой, как продюсерами клипа, так и самими девочками. Я не представляю, сколько времени у них уходит на подобные съемки. Конечно же, хорошо, когда они все красоточки и милашечки, кажется, с какого боку ты их не сними, да, они прекрасны, но бывают же, да, периодически жалобы, что девочка хороша, а вот как-то что-то где-то недораскрыли, недопридали ей вот той особенности, недовыявили ее какую-то изюминку.
Тут все девочки были хороши. И мне кажется, достаточно, в принципе, каждой девчонке внимание удалили. Но я тут могу ошибаться, потому что девчонок-то я по отдельности как бы всех знаю. Но когда вот так вот быстро, мой мозг не успевает их как бы разграничивать. Кроме некоторых, которых, ну, я прям типа вот так хорошо. Вот, поэтому напишите мне, в достаточной ли мере всем уделили здесь внимание. Но образы-то я у всех видела. То есть у меня не было ощущения такого, все хороши, а вот тут как-то не очень. Не, вот такого не сложилось. А что касается песни. Песня «Свет твоя легкая». Мне кажется, даже в звучании присутствовал какой-то глиттер, да, такой, как обычно, мягкость, улыбка в песне и все остальное, все это соответствует девчонкам Twice. Мне кажется, Once, особенно японские, получили огромнейшее удовольствие, порадуются теперь девчонки, наверное, хорошим продажам. Хочется пожелать им успехов, они и так успешны, я желаю, чтобы вот только росли и росли их успехи. И, конечно же, релизу поставлю, ну вот, если, знаете, убрать вот это все, что, ну, мальчики мне-то всегда больше заходят, музыка мне чуть-чуть другая нравится, я больше люблю там какие-то дерзкие концепты. Если вот это все убираем, я 5 с плюсом ставлю и за песню, вот за все вместе прям 5 с плюсом поставлю. Мне кажется, получилось удачненько. Да. Но вы мне, конечно, напишите, как вам. Буду ждать ваши отзывы. Еще раз спасибо огромное за заявочки, которые вы мне присылаете, и за вашу помощь мне и моим каналам. И жду большие пальчики вверх. Жду ваши подписки, если еще не подписаны. И до встречи в новом ролике. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.